склад поступили обновленные станки QX1200. Обновления самые яркие, это изменилась голова, то есть на ней размещен пульт управления, компактный, удобный. Теперь с пульта можно включать, собственно, сам двигатель, можно включать насос и лазер. Все в одном удобном формате. Также появилась кнопка экстренной остановки. То есть теперь насос нет необходимости включать отдельно. Далее, направляющая также изменена, она стала более массивной, хотя система роликов осталась той же, но вот именно изменение и форма ее изменилась, и толщина вот здесь. Соответственно, тут добавлена с торца декоративная пластиковая пластина. Сразу он теперь идет с европейской вилкой, и вилка одна, собственно, лазер включается прямо к станку. Из изменений со стороны оснастки теперь консоли идут с выдвижными ножками, удобно складываются внутрь, там вот есть крепеж для них, соответственно, выставить их по уровню теперь не составляет труда, и проваливаться ничего не будет. Консоль малая обзавелась измерительными инструментами, ну и также может складываться в мобильном положении, очень удобно, ничего откручивать нет необходимости. Вот основные изменения в этом. Ну и наша просьба на завод также была исполнена. Увеличен ход подъема каретки. А теперь под штатный диск 116 пролезает плитка до 12 мм без каких-либо изменений. Соответственно, если поставим диск 95, к примеру, будет, ну, все еще гораздо интереснее. Такой беглый обзор. В дальнейшем будет более подробный.